Ку-ку. Тогда идет. Добрый день, дорогие друзья. И большие у нас показатели за сегодняшний день. Тайга. Красотка. Алита у нас где-то под низом отдыхает. Ребята пашут, работают. Сейчас вам покажу, как это все происходит. Шланг еще не сделали, так как некогда. Делов очень много. Поездок у меня в город, выездов. Ребята здесь, вы посмотрите, что уже натворили. Просто бешеный ритм. Если так продолжить, то вообще будет красота. Уже разровняли все. Здесь такая просека метров, я не знаю, 10 точно. Сейчас дойдем до той просеки. Ну что, ребят, рассказывайте. Какой план работы был исполнен? Ну, вы должны видеть, Андрей Валерьевич. Я вижу. Мы все, что делаем, все, что в наших силах. Я вижу, что работа огромная проделана. Сергей молодец. Большой. Сергей, поздоровайтесь. Здравствуйте. Сергей у нас сегодня по-летнему, как вы видите, тапочки, шортики. Обычно вы его видите в робе. Да, тут, конечно, пыли капец. Пойдемте сюда. Тут что у нас? Там. Ух ты, вот она. Просека какая. И вон до конца. Ничего себе. Красотища. Дима? Это Дима, что ли, все порубил? Молодец. Ему даже, мне кажется, заводить пилу не надо, он ее так порежет. Вот отсюда получается я начал. Вот так. Там все кусты лежат. Да, красота. Да, пойдемте дальше, посмотрим, как раз всю территорию увидите. Вот. Начало, видите, где тракторенок стоит и забор кончается. Это начало. Вот здесь я стою метров уже, наверное, 70-80. И туда осталось метров, наверное, 70. Смотрите, тут поле Иван-чая. Красота. Вот такую просеку широкую сделал Рамзан. Сейчас вот дойдем до конца, покажу, сколько расстояния. Ну да, но все равно взяла. Она очень хорошая. Другой мы не взяли, наверное. Ну, было кто-то тяжело. Посоветовал купить такую косилку. Да, кто же это был? Я даже не знаю. В общем, приехал бой. Сейчас выйдем, Сергей, отгрузят нам один КамАЗ. Ладно. Вот, конец. И до конца. Там еще видите, колышек. Уже... Давай, скажу, там еще уберу я все, получается, все деревья, там все посрубаю. Вот такая прокатываю. Территория в парке волков. 1 гектар и 15 соток. Думаем насчет второй земли, покупки еще гектар туда пока свободный, но не знаю, купят, не купят, буду я покупать через время, когда будут деньги, пока нет на это ни средств, ни времени, ничего, потому что это такое дело, за эту еще землю нужно отдавать больше половины денег. Поэтому, в общем, пока что вот этой земли хватает. Видите, вот здесь будет заканчиваться, где вот они идут. Вторая выигрышная зона, и вот эта вся дистанция, вон до дерева, вот и туда 75 метров. Свободно будет, тоже будет большой вольер. Здесь забор будет стоять, здесь вот будет конюшня у людей, кто купил здесь землю. Конный спорт или что, я даже не знаю, не помню. Кстати, я не помню, говорил вам об этом. Нет, по-моему, в эфирах говорил. Ну, такое информативное сегодня видео. Ай, небольшое. Вот газонокосилка наша.
Вот такая огромная техника привезла бой. Вертолет. Ой, страшно. Офигеть. О, красавец. Но он сказал, что в наши ворота не заедет. Вот сюда. Так. Стоп, наверное, стоп. Туда, туда надо. Еще туда. Туда, туда. Еще туда. А, ну давайте. Бедная елочка, выживи, елочка. Это бой под стоянку. Куда дальше, наверное? Ух ты, ёшкин кошкин. Так, ветер туда. Надо туда, наверное, уже. Много, много. Как трактор потом зайдет? Надо было сразу туда чуть. Все, по-моему, вывалилось. Японский бог. Слушайте, а как вы этим трактором пойдет разравнивать? Да. Нормально? Да. Сколько здесь еще такой же КамАЗ нужен будет? Или нет? Да? Получается, значит, два мало КамАЗа будет. Он сказал, в эти ворота не заедет этой машиной. Надо меньше машину. Ну, нормальный, да, такой асфальт? Вот этот, а это куда? Я вот не знаю теперь, куда его. Я тогда... Может быть, это разровнять и этот сверху? Вот если под этот въезд, то можно. Просто, блин, он очень хороший этот. Да, я понял. Ну смотри, либо его тут вот разровнять, разровнять, мне вот так повозить, повозить. Вот это типа? Вот этот, а этот сверху. Так. Заказать-то его всегда. А, этот ПГС же еще привезут. ПГС, он же расшипчатый, он все засыпет. Ладно, давай я здесь выровняю, потом... Вы сейчас а он хотите? Не заедет, почему? Ведь за... Просто нет, говорит, я не выверну потом. Типа, слишком мало места здесь, он длинный. Он может прямо из-за этого, но он там может и не развернуться. Там же нет асфальта у нас. Сергей на своем мощном тракторенке. Смотрите, как умело работает. Трактор вообще как танк, реально. Посмотрите, как берет он бой. Это вот асфальт, там бетон. Идеально вообще, красота. Жалко то, что прям очень близко с забором вот камни полетели. Тяжело будет доставать. Добрый вечер, дорогие друзья. Вышли на прогулку, взял с собой новую тайгу, Лую. Как ни странно, посмотрите, как они себя ведут хорошо. Живя рядом в вольере, пообщухались. И наладили. Но все равно, вот она упала, лапку подвернула, это лезет сразу ей в горло вцепиться, хитрая. Вот так вот. Поэтому здесь надо на чеку больше им нагрузки давать, чтобы они не думали вообще об этом, как лезть драться и тому подобное. И взял нашего гибрида арктического волка Ария
три самочки. Алиту не стал брать, потому что они вдвоем нападут. Втроем это тоже подключится на новую тайгу. Поэтому пока у нее сила, никто не лезет к ней. И авторитет. Здесь у нас уже делают дорогу, представляете? Это у нас третья линия от той дороги. Красота. Ну и все, и там вон, где деревья, там уже железка. Вот, ходим, прогуливаемся вечерком. Новая тайга что-то куда-то ушла. А вот она. Все рыщет по вот этим обрывам. Зайцы здесь бегают, вообще капец. Лично видели уже раза три за неделю. Лиса тоже бегает. Мы тут на своих территориях гуляем, поэтому все хорошо. Пойдем вперед. Посмотрите, что делает.